Всем привет, мои прекрасные книголюбы. Вот такой я горе-блогер, который выходит с вами поболтать поздно, в 5 часов вечера, потому что немного за кулисье. Я сегодня вся в домашних делах. У меня сзади, благо не видно за шторками, две сушилки для белья, потому что у нас одна, ну, так немного перекосилась. Я вчера купила новую. И думала, буду пользоваться только ей. Но в итоге стирки было сегодня столько, что у меня заполнены полностью две. Под завяз. Далее у меня была готовка, уборка. И плюс у меня ребенок дома с ветрянкой. Ну, в общем, веселье, полные штаны. Читаю я по вечерам, либо же в ее дневной сон. Ну, сегодня, собственно, она не спала. Буду читать, дочитывать книгу электронку вечером. Но, естественно, отложить мы с вами болталки не можем, потому что то, что со мной сделала вот эта книга, мы не можем это не обсудить. Я вот держу здесь руки, видите как, на моментах, которые должна вам сказать. Поэтому, кто боится спойлеров, лучше меня сегодня не слушайте, потому что они будут. Итак, я в своей деятельности, в своей книжной жизни даже предположить не могла, что книга Колин Гувер хоть какая-то меня разочарует. Вы не представляете, что со мной было, когда я читала эту. Потому что до этого момента для меня это был автор, настолько ее истории проникают в душу. Ну, все, что я у нее читала, это было невероятно. Просто невероятно. Слезы, море слез, переживания, эти истории, ну, с тобой навсегда. Пока я не начала читать ее новинку. Эту книгу мне подарила моя подписчица. Она очень переживала и сказала, что зря я вам ее подарила. Ничего не зря, потому что на самом деле для книжного блогера любая книга — это, собственно, контент. Естественно, мы об этом с вами говорим. А когда попадается настолько бесячая книга, то есть, ну, это будет интересно и смешно, потому что мне есть много что рассказать. Значит, фрагментики все так же я держу, и сейчас я вам поведаю. Итак, главная героиня встречается с парнем, который занимается распространением запрещенных. Главная героиня Слоун встречается с Эйсой, он главарь, ну, такой группировки, которая занимается распространением запрещенки среди студентов. И эта сеть достаточно быстро выросла в большие масштабы, и, естественно, туда подослали, ну, таких подсадных уточек, наших прекрасных полицейских под прикрытием. То есть они строят из себя студентов и попадают в эту компанию, ну, в общем, чтобы задержать этого Эйсу и найти кучу-кучу улик и, ну, в общем, его наказать. Так вот, у них очень странные специфические отношения, потому что он часто применяет физическое насилие, он ее не избивает, но, думаю, вы понимаете, в чем здесь суть. То есть делает с ней то, чего она не хочет, но при этом он не знает, что она этого не хочет, потому что она всячески перед ним играет роль послушной девчонки, потому что обязана ему некими поступками, которые он ради нее совершал. Картер, один из полицейских под прикрытием, ходит на занятия, встречает там девушку, естественно, это Слоун, заранее, и, значит, с первых мгновений он понимает, что все, она ему запала в душу, ну, буквально спустя 5 минут общения. Я, конечно, верю во все влюбленности с первого взгляда, но, честно сказать, химии между ними не чувствуется абсолютно, ну, я ее не почувствовала. Так вот. Естественно, выясняется, что Слоун – это та самая девушка того самого объекта наблюдения Эйсы, за которым должен следить Картер. И попадая в их дом, я не знаю, как он в первый же час нахождения там вообще его не раскрыли, и как вообще на протяжении всей книги, ну, просто он совершал настолько глупые поступки, которые я не могу поверить, что полицейский может такое делать. Ну, просто не могу. И знаете, девчата, ребята, я не люблю неправдоподобные повороты сюжета, диалоги и тому подобное. Ну, то есть сразу ясно, в подобных книгах, когда это, ну, девушка в какой-то опасности находится или тому подобное, то есть главный герой хороший полицейский, так сказать, он обычно кидает фразочки, которые вообще к реальности, как по мне, отношения не могут иметь. Ну так вот, Картер ей говорит избитую фразу, просто кринж. Для меня конкретно. Ты выше всего этого, беги от него. Выше чего? Она встречается с парнем, наркоторговцем. С чего ты вообще взял, что она выше всего этого? Почему ты не думаешь, что она тоже с ним заодно? Почему ты считаешь, что она выше всего этого? Значит, ты такого не заслуживаешь? С какой-то стати? Да может быть, она сама продает всю эту запрещенку и лично это все распространяет. В общем, вот это вообще просто нонсенс для меня. Как ты это определил?
от уровня перевода у меня просто закатывались глаза, потому что слова типа, ну, парень достаточно серьезно произносит слова «чистенький», «голенький», вот такие слова уменьшительно, ну, ласкательно я так их назову, это просто кринж, это просто трэш какой-то. Такое чувство, что эту книгу загружали просто в Google переводчик, и он там все переводил. И без редактуры, собственно, так ее и печатали. Ну, я почему так раздражаюсь, потому что для меня Гувер не может, блин, вообще быть так издана. Какие у них были диалоги в самом начале? Мне говорили, подожди, 200 страниц. Ну, 200 страниц можно так примерно ждать, пока начнется более-менее нормальные, адекватные поступки. И то... Они адекватные только по сравнению с началом истории. Если, в общем, смотреть на всю книгу, это просто жесть. Далее, кто боится спойлеров, основных спойлеров, ну, я думаю, те, кто меня смотрит, они просто эту книгу читать не будут и послушают меня прекрасно. Ну, так вот, вот смотрите ситуация. Итак, запросы главной героини. Вот смотрите, Эйса делает ей предложение. Да, это, возможно, будет спойлер, но, в принципе, в любовной истории, в такой, где такой накал страстей, ну, я не считаю это за спойлер, потому что кто дослушал до сейчас момента, тот, значит, готов к ним. Итак, вот смотрите, Эйса опускается перед ней на колено, достает коробочку с кольцом, дабы предложить ей выйти за него замуж. Он опускается на колено и протягивает мне кольцо, подняв крышечку коробки. И говорит ей: «Окажешь мне честь, став миссис Эйса Джексон». И она, мысли ее, слушайте, что она говорит: «Серьезно? Да это худшее предложение руки и сердца в истории, если не считать того, которое он сделал ночью, едва не придушив меня». Да? А какого ты, собственно, хотела предложения? Где-то на Эйфелевой башне? Где вообще, как? Человек встал на одно колено, предложил тебе быть его женой, достаточно обходить. И она ему отвечает: «Я ведь уже согласилась, глупенький». В общем, это глупенький. И вот здесь вот, как, кстати, отметила: «Я принял душ, потому что люблю приходить к тебе чистеньким». Кто это переводил и кто это, блин, пустил в такую печать? Какой чистенький? Так вот, далее продолжим. Из всей этой истории я просто... сразу же бы купила книгу об Эйсе, потому что, учитывая то, насколько он специфический человек, он, естественно, социопат, естественно, все вот эти негативные проявления в нем есть, но дело в том, что как стратег, как человек, крутящийся вот в этих, с этими темными делами, вы не представляете, насколько он продумывал многие ситуации. И это уровень просто Рэндала Пэриша из моего любимого «Инсайдера». Вот это было просто пушкой. По поводу мата. Мата в книге много, и знаете, он такой быдляцкий, он такой мерзкий, то есть я читаю книги с матом, с такими нехудожественными диалогами, и чаще всего это все-таки уровень. Все-таки, знаете, так скажу вам, ля класс в области мата. Ну, то есть, это все как-то красиво, как-то уместно, а не когда у тебя, например, все предложение состоит только из настолько примитивного мата, ну, просто отвратительно, это просто отвратительно. И я понимаю, ну, это потому, что общество у них там такое. Но тогда, надо было бы и показывать полностью весь характер такого человека, а не, знаете, какими-то урывками. Тут он, значит, лютый матершинник. Ну, вы просто не представляете, уровень мата на уровне плинтуса отвратительно. При этом он продумывает так гениально все. Это у меня слов нет. Эйса топ в своей... Эйса и его поступки. Это просто топ в своей гениальной маниакальности. Ну, то есть он... социопат, как я вам сказала, он садист, он маньяк, ну, понимаете, вот мы за что с вами многие любим читать книги о реальных маньяках. Я, конечно, больше предпочитаю вымышленные истории про маньяков, потому что чаще всего они не настолько ужасны, насколько реальные истории. Ну, так вот, то есть в этой сфере вот Эйса, это, ну, вот только ради него я, возможно, порекомендую вам почитать, потому что те обходные пути, которые он придумал, те моменты, это просто, особенно в самом конце, когда он придумал кое-какой план, как бы ему выбраться из безвыходной ситуации. Мне кажется, если такое прочитают многие, значит, американские заключенные, люди, которых ограничивают в передвижении, если они узнают об этом лайфхаке, ну, это как-то будет не очень хорошо.
В общем, у Гувер это мое первое серьезное разочарование. Я очень опечалена. Ну, буду теперь в следующий раз знать, когда мне мои подписчики будут говорить, что, Надь, слушай, не зашло. А мне говорили такое, не зашло. Я с пены у рта, и вы сами все помните, говорила, что ну не может книга Гувер меня разочаровать. Для меня это вообще было просто ну, невозможно. Потому что все, что я у нее читала, у нее достаточно спорные книги. И кого-то они разочаровывали. Но... Я всегда, когда их читала, вы не представляете, что со мной творила она. И, в общем, эксперимент не удался, потому что здесь в предисловии она говорила, в обращении к читателю, что это был эксперимент, она эту книгу не планировала издавать. Лучше бы и не издавала, честно сказать. Честно сказать так. Поэтому, ну вот, все мои эмоции вы видите. Читатель, не читатель, решайте сами. Кто будет читать потом после меня, поделитесь со мной в директ хотя бы своим мнением. Все-таки совпали у нас с вами впечатления или нет? Никакого вау-эффекта от этой книги нет. Нет. Ну и сегодня я дочитываю книгу Олега П. «The Slon. Случай из психоаналитической практики». История о главном герое, который вернулся с СВО, и ему требуется психологическая поддержка. Он подвергался, значит, лечению уже, потому что, ну, не прошло это все просто так. Он все это прочувствовал, у него есть воспоминания о потерянных товарищах, и вот он, таблетки ему уже не помогают, он просто не может спать. И он решает обратиться вот к психиатру. Нет, к психологу. Психолог у нас не лечит никакими препаратами, он просто проводит такие сессии с ним, на которых он сейчас вспоминает все свое прошлое, как он в 90-х у них была свои вот эти группировки, которые друг с другом, значит, дрались за место под солнцем. В общем, они сражались. Дочь сзади идет. И, в общем, достаточно тяжело он это вспоминает. И для меня эта повесть просто как глоток свежего воздуха, потому что здесь адекватные реальные диалоги, никаких преуменьшений и тому подобного. В общем, эффект Гувер сработал на меня так, что теперь повесть, в которой до 150 страниц, просто мною воспринимается как жизнь жиза. Вот так я вам скажу. Вот читаю дальше, все напишу в скором времени вам в отзыве. Доченька у меня уже ноет, просит, чтобы я к ней пришла. Так что давайте увидимся, я сейчас скоро буду готовиться к, ну, поеду на тренировку, и завтра, возможно, с вами поболтаем, опубликую вам отзывы на что-нибудь из прочитанного, может быть, даже на Гувер. Дочка, ты что там? Угу. В общем, увидимся. Давайте. Всех люблю, целую. Сентябрь наш завершен. Надеюсь, в октябре у меня будут самые классные книги. Ну, все вы увидите. Все я с вами обсужу. Пока.